Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы имеем вот такую гармонь мастера Маврина. И послушаем, как она звучит. Вообще звучит она хорошо, цвет у нее приятный, мастеровая, вот корпус сделан, так вырезано все. Кнопочки белые, мех сам тоже белый. Корпус белый, кнопки чуть толще, больше что ли, чем обычно. Бас у нее глубокий. Мастеровая, мастер Маврина. Как я понял, мастер еще жив. Сам звук такой очень звонкий, как будто на баяне. То есть, если прислушаетесь, вот берем на тудо. То есть у него получается нижний голос. Слышите, нижний. Та-та, еще верхний. Та-та-та. То есть двухголосная получается гармония. Да, четырехголосные, но они дублируются. То есть два нижних, два верхних получается. И баса. Тоже два нижних, два верхних. То есть сама гармонь по себе очень приятная. И мне кажется, она требует такого небольшого обзора, чтобы вы ее увидели, посмотрели, какие бывают гармонии разные. У меня там были шуя. Сейчас я играю вообще на такой очень простой гармошке Беларусь. То есть по сравнению с моей гармошкой, эта гармония звучит просто на 5 с плюсом. Больше звука, но здесь просто не нужно этого делать. Она сама по себе очень и очень хорошо сразу отвечает. То есть планки мастеровые здесь внутри. Цельнопланочная. Цельнопланочная она, да, собственно, как и баян Юпитер. Цельнопланочная бывает кусковые, а тут цельнопланочная. Сразу как бы она отвечает. То есть гармонь. Ну, здесь вот нету регулировки ремня, только внизу, если... Да, каждый мастер по-своему. Каждый мастер по-своему делал. У всех свой стиль. Да. То есть сама гармония вот очень хорошая. Но и стоит она соответствующая. Смысл есть заниматься, инструмент есть. Да, инструмент есть, смысл есть заниматься. Так что хотел показать вам эту гармонь. Хотел, чтобы вы посмотрели на нее. Это гармонь мастера Маврина. И желаю всем приобрести такой же инструмент. Всем удовольствие получать. Да, удовольствие получать. Всем хорошего настроения на этой гармошке. Thank you.
Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы узнать много нового. С вами был Сергей. Всего доброго. До свидания.